Уничтожить северо-восточный отряд, уничтожить юго-западный, не допустить захвата штаба. Это я вижу. Предотвратите потери сил НАТО. Как предотвратить? Ну, типа, не дай, чтобы они умерли. Так там все умрут. Мы супер эти, военные же. Чё? Ой, карты откройте нам. А чё нам, где нам вообще? Куда идти? Куда нам вообще идти? А типа на нас будут волнами наступать или чё? Ну я вижу горячий танк. Нормально, человек стоит у пулемета и не пользуется им, а как? Как бы... О, я могу пулемет взять. Ну что ты делаешь, дурак? Пулемет. Пулемет. Это я понял. Так, вон справа два врага. Справа противники. Справа, вон там, на карту. Блять. Мы несем потери. Я запутался в направлениях. Где право, где лево? Бывает. Чё ты? У тебя тоже. Бывает, руки иногда переставляю местами, чтобы это, окей. Для дела специально. Да, глаза тоже переставляю иногда. Просто больше никак невозможно объяснить то, что в КС я не попадаю прямо в противника. Фак! Я такой встал на... А это ты? Откуда? Ты меня убил, что ли? Мать твою! Убил такой! Это противник! Ну а что я еще должен был подумать? Я буду стрелять в него! Великолепно! Блять. Мы несем потери! Ты мог бы сказать, что ты там стреляешь? Я ж думал, ты за пулеметом сидишь до сих пор. Я никуда не стрелял. Вообще никуда не стрелял. Стрелял, я видел. Я не стрелял, я только из пулемета пострелял, и все, я дальше только бежал. Вот через железнодорожный путь. Фак! А! Одного вот жалко залезать на камни нельзя. Одного увидел, другого не успел. Если бы на камни можно было залезать, я бы душу продал. Тут нельзя залезать на камни. Тут еще с камней даже нельзя скатываться. То есть ты не можешь упасть с обрыва. Ну для тебя же это хорошо, нет? Еще один готов! Ну? Да ты упадешь, нет? Еще остался один отряд. Как какой он, с левой, с правой стороны? Или один? С правой стороны пойдет? Нет, еще два. Да, один отряд. Еще отряд один остался. Мы два. Сейчас уничтожили северо-восточный, сейчас нужно уничтожить юго-западный. Вон один. Враг убит! Они на другой стороне, короче. Я боюсь переходить дорогу. Ну я как бы тоже боюсь, но... Бежим! Не понял, откуда шмалят. Враг убит! Где танк? Обнаружена бронетехника врага, шутите что ли? Блять, что за... Я же не умею стрелять с гранатомета, я не умею! В нашего попали! Они прям по центру. Два танка! У меня танк! Посмотри на дорогу, там два танка! Я видел, боже, у меня есть гранатомет. Успокойся, пожалуйста. Я не успокоюсь, потому что два гребаных танка. У меня только граната и пулемет. Точнее, автомат. Точнее... Ну я обстреливаю пехоту пока. Боже, что ты как... Надо сразу залезть. Ты сдох, что ли? Да, меня на мосту, ну, убили. Ой. У меня есть как бы... понятно, какое оружие противотанковое, но... Это проблемно немножко его запустить. Я не понимаю, как оно запускается. Это выстрел, я думал, это уже... Это плохо называется. Есть. Уничтожен. Там их два было или сколько? Там два танка было. О, прям на меня вылез. Блять, хомут. Давай гранату в него. Давай пока что. Куда гранату? У тебя каждый раз ресторится гранатомет. Ты что? Я понимаю, но не каждый раз я их вижу. Fuck you! Мы несем потери!
потери! Куда ты, скотина, меня? Блять. Я выстрелить не могу. Я не могу. Так издалека выстрели. Не могу, я же говорю выстрелить. Пока не прицелить с него ровно. Так на мост залезь. Ты думаешь, так легко на мост залезть? Задача провалена. Мы несем потери! Так она опциональная, плевать на нее. Блять, это вы дадите мне, нет, залезть. Он мне даже пройти не дает никуда. Сущность. Чё, тебя танк убивает, что ли? У тебя там кто-то сверху двое. Ну, я там двое сверху, которые меня убили. Ой, да, сколько там противников. Все плохо. Возьми пулемет. Я слышу эти остатки грузинских. Да. Все плохо. Я не понял, почему я прямо перед ним стою, не могу в него выстрелить ракетой. Ок. Просто потрясающе. Ок. Нормально. Ubisoft. Ты это говоришь Ubisoft, который был, сука, там, 15 или 20 лет назад. Ну говно, ты еще-то проросло же. Удерживаем позицию. Я не понял, как она запускается. То она по тебе запускается как-то, то вообще не запускается. Хотя есть. Может, она по противнику, типа радиус 5 метров и по противнику? Или по кому-либо. То есть friendly fire как бы есть, значит. Значит, он считает меня противником. Возможно. Ну я, блин, стоял рядом сейчас с танком. Мог уничтожить его, как бы. Должен. Враг убит! Еще один готов! Блять. В нашего попали! Кто тебе? Ну там двое стоят впереди. Я пойду тогда на другой берег, так скажем. Берег. На другую сторону, ладно, если ты так хочешь. У меня показывается красная точка, то что враг где-то здесь. И это сыкотно. Не, ну все было хорошо, пока не пришли танки. Пока не приехали танки. Они, интересно, появляются после убийства юго из северо-восточного? Наверное. Ты там убил уже кого-нибудь, нет? Нет, они такие пробежали передо мной. И все. Он история. Все. Двое было. Двое исчезло. Есть один. Убийство подтверждено. Есть второй. Прощай. Все? На той стороне я не знаю сколько. Не знаю, все или не все. Потому что я никого не вижу. Нужно... Там еще двое! Там еще двое! Блин. Тебе идут один. Тебе идет один. Вот, все. Окей. Так. Теперь. Что теперь? У меня есть... Теперь нужно танки уничтожить. У меня есть гранатомет. Если бы он работал. У меня есть граната, которую я не знаю, как стрелять. А почему одна один блять, танк уже уничтожен? Вон танк едет. Я знаю. Я видел. Я убил там несколько пехотинцев. Фак, как так? Как так они? Ладно, бывает, надо было лечь. Надо было лечь. Все-таки. Так, они рядом? Они рядом. Прощай. Я не понимаю, как это говнище работает. Блять. Да, но зато в землю оно вытеркивается, окей. Мне нравится. Да как оно не уничтожено-то? Я ровно в него, блять, я ненавижу это говно. Ненавижу не видеть свое оружие. Вот такие танки идут, все, сейчас начнется, танки уже почти что подъехали. Ты даже ни один танк не убил вроде бы, да? Yeah.
Одно, одна есть. Так, я не вижу второй. Где ёбаный второй танк? Там должен быть. Пожалуйста, запусти, сука, ракету, я ты буну. Так, так, что я не так делаю? Я что не так, блядь, делаю? Я не понял. А, надо нажать правую кнопку мыши, а потом левую. Вау. Заново? Почему заново? Мы прошли же. Нет. Я уничтожил два танка. Нет, танк выстрелил и уничтожил оставшиеся силы твои. Твои этих, твоих парней. Ладно. Если ты не знал. Блин, ну я его только уничтожил. Ну что за говно? Помните, синие каски ты куда? Ребята. Ты что запустил? Опс! Не та игра. Не та карта, да? Или они все-таки... Посмотри, посмотри запись, там написано пройдено или не пройдено? Хер знает. Я не буду смотреть запись. Значит, заново пройдем. Потому что... Каменный колокол. Какая черная игра? Вот все. Давай. Поехали, мы крутые. Я только-только понял, как с этого говна стрелять. Только-только понял. Нет, я не понял. Может быть, нужно все-таки нацеливаться кого-то? А, надо смотреть, сидеть, да, и надо 40 секунд сидеть. То есть несколько секунд надо сидеть, чтобы она сконцентрировалась. Боже мой. Короче, не Call of Duty это. И не Battlefield. Где ты выпрыгиваешь с вертолета и пчу. Спускаешь ракету. Да. Так, где противник? Не, ну, наверное, надо быть на мосту. Так, я чуть тебя опять с врагом не перепутал. Я тут его... Вон идет. Вон двое. Минус один. Он убегает назад. Еще минус один. И вот, еще и двое должны появиться из этих. Двое должны появиться из-за вот этих гор. Вон, да, вон. Я их не вижу. Еще один готов. Так, еще один там должен там быть. Двое, там еще нужен один. Где он? Они вместе должны ходить, нет? По пара. Они вместе должны были ходить, но ты первого убил и такой: отступаем! Моя тактика Ван Хельсинги, да? Ну, как бы моя тактика сохранится за спиной Катарины и твоей, и просто... Всё. Враг убит! Я убил, понял, да? Я, а не ты. Да, ты молодец, молодец. Тебе нужно найти место, где я сохранюсь от танковых. Надо бы лечь на мосту вот так вот и... Надо бы вот здесь тебе засесть, чтобы они не прошли по мосту. Кого ты там видишь? Один. Вот два. Два. Там трое. Еще где-то там должно быть двое. Трое. Да, один. Так, я посмотрю пока по карте, на карту, которая ничего не отображает. Вон, вон, бегай, бежит по краю. Да, по краю. Справа по краю. Двое, двое там, если еще там двое. Там двое. Блять. Я их нахуй не вижу. Вон, я вижу его. Я его почти хотел было уже выстрелить. Так, ты видишь второго? Во, вижу, вижу. Где-то там же должен быть. Еще один готов! Так, знаешь, теперь что, знаешь, что с моста нельзя прыгнуть? Появился, да. Ты не можешь с моста прыгнуть. Еще нет, один я... готов. Почему? Враг убит. Я не вижу вторую из-за дыма. Враг убит. Ебаный мать твою. Блять. Мы несем потери. Че, тебя убили? Fuck you! Просто... Пуф, и все, и умер. Мне похуй, что ты в Fallout съем, блять. Мудак, не отвлекай. Пидарас. Тупой. Давай! Гранатометчик ты наш. Бля, не поверху, блять. Блять. Че поверху? Какое поверху? Там по мосту идет.
Кто? Враги. Какие враги? Нет там никого. Есть. Танк уничтожен. Ну как бы, я это тебе ответ на тот и на другой вопрос. Я врагов не нет вижу. Нет на мосту. Нет на мосту никого. Были. Были двое. Прям бежали по нему. Что? Человек убит. Откуда вы? С моста. Легли там на мосту и все, и начали. Никого там нет. Убийство подтверждено. Прощай. Ой, блядь. Прощай. Вот там прям трипл килл. И там вдвоем лежат такие на спине, я такой, оп. Друг на дружке такие. Все-таки проверь правую сторону, они слева направо бежали. Блять, уебать. Там справа двое было. Я четырех убил, там еще один где-то впереди. Ага, если только мне сейчас еще кто-то пойдет ко мне здесь. Ты быстрее прибежишь, чем я кого-то найду, точнее, я быстрее умру. А по правой никого нет по стороне? Кого там нет? Там есть два трупа, которые мы убили. О. Все. Кто-то в меня так стреляет. Там бегут. По центру двое. Давай, тварь. Присел такой. Есть. Он история. Он история. Мы... Так, это ты там на мосту? Нет? Нет. Я не на мосту. Спасибо большое, разброс. Где он? Где он? Где он? Где он? Да, он подбирает, он с правой стороны, со стороны дороги поднимается. Это слева есть, там, где ну, ты был. Ну, с правой стороны. Для тебя с правой стороны, вот ты бежишь. Туда? С правой стороны есть подъем. Вот там вот подбирается, поднимается. Блять. Еще впереди по центру один есть. Ты на мосту, нет? Никого нет. Там нет. Еще один готов. Вон один, вон я его убил. Че ты мне чешешь-то? Ну все, он же двигался. Что-то почему-то по центру и тут больше людей, чем по флангам. А, слева. С левой. Открываешь карту с левой стороны, враг Жина. Не вижу. Честно, не вижу. Показывался. Вон он исчезает потихоньку. И, конечно, Боб... А, нет, это дерево. Зашибись. Потери. Просто снайперский выстрел в голову от них. Ой, да тебе не в голову надо выстрелить. Тут без разницы, куда ты стреляешь. Я стрелял в оружие, они умирали. Я слышу выстрел пулемета. Не я. Никого не вижу. Честно говоря. Сейчас, наверное, помру от какой-нибудь шальной пули. Mm-hmm. Ну, как всегда, короче. Где-то вот здесь он должен быть. Мне нравится, как вот этот умер. Смотри. То, что он... Текстуру, да? Да. И почесал яйца. Тут еще был один, который лежал вон там, уходил за мост. Вот, видишь, опасность показывается. Под нами трое. Прям вообще под нами. Так, подожди. Блять, и как я их убью? Граната пошла! Граната еще пошла! Неудобность. О! Враг убит! Кого я там убил так четко? Вон за танком один. За танком один, да, я вижу. Он в танк полез! Еще один готов! О, все. Могу. Все. Это было... Тут дофига врагов было. Сколько там? 15? 25. Что-то на карте было больше их, нет? А я умер меньше, чем ты. Да, потому что я появился такой, враг слева и сдох.